Hi guys! Короче, опыт владения ВАЗ-2106 в заводском сохране, грубо говоря. То есть все родное вообще. Короче, куплены за $600. И это, опыт владения ей в сельских условиях. Она приобретена специально всего для того, чтобы, короче, таскать дрова. Заготовка, короче, на зиму дров на нашем участке, расчистка, короче. В общем, работа чисто постоянно возить что-то, либо полный багажник каких-нибудь гарбузов и целый салон. Ну, представляете, как в селе люди пользуются. Или таскать, короче, прицеп. Нет, да. Багажник, инструменты и все дела. Короче, чисто машина, рабочая лошадка, короче. С этой целью была приобретена, короче. Нет, да. Вот мой личный опыт. Дешевый, по низу рынка, короче, искали от $500 до 1000. Жигу, чтобы была в полном порядке, работала. Из-под дедушки досталось. Все родное, короче. Ну, даже, короче, подкапотное пространство открываешь, все как по заводу. Да, имеет следы былой, короче, славы. Плюс, возможно, где-то мы могли через ветки какие-то заметься. И это. Но в итоге, короче, ну, машина себя показывает, мама, не горюй. Нет, просто тема. Такой вот салон у нее. Ручки, хром, короче, красота. Просто шестерочка. 1.3 мотор, экспортный вариант. Доказывается, короче, наличием таких вот катафотов по краям и усиленным бампером и усиленными дверями. Вот, обратите внимание, кто смотрит это видео, владельцы шестерок, у вас такого внутри, скорее всего, нету. Вы посмотрите сюда на бампер, а здесь будет... Ровный кузов, короче, этим. И вот такой штуки у вас тоже нет. Это по заводу, короче, стоит. Экспортная, короче, шестерочка. Салон видели, да? Такая вот. Родные сиденья, короче. С клеемами, короче, все, с шильдиками. Все как по заводу, короче. Вот это красота, только шестерки, да? Нет. Еще руль такой приобрести, поставить. Здесь стоит современный какой-то ладовский руль. Вот такая вот дела. Ключики. Оп. Никак не поймать, да, свет? Вот такие вот дела, друзья. Такой пробег. Такая машинка. У кого еще такие форточки, да, есть? На какой машине, скажите? Вообще, ну, просто ездишь, короче, и как будто ты, не знаю, короче, ну, в ретро-тачке. Видите, и под передним бампером у владельцев обычных шестерок, не экспортных, вот такого не будет. Это тоже усилители, в дверях усилители, короче. Вот такая вот тачка. Пока-пока, друзья.